Мой идеальный апельсиново-весенний перекус начинается с пряного чая. В прогретую кружку заливаю уже готовую заварку и параллельно бегу в магазин за апельсинами. Вообще-то я к ним равнодушна, но сегодня захотелось. Добавляю в чашку морс и горячей воды доверху. Сегодня в магазине были обнаружены шоколадные апельсины и красные марокканские. Если красный я пробовала, то что такое шоколадный, я без понятия. Тщательно мою их с мылом, а то мало ли где они были. И перехожу к нарезке. Сначала красный или кровавый, это другое его название. Мне попался не самый красный внутри, но зато спелый. У него очень вкусный, сладкий, насыщенный вкус. А на видео он как будто горит. Второй шоколадный апельсин. Сверху коричнево-зеленый, а внутри светло-оранжевый. И он очень сочный, прям очень. С него прям льется. В целом они определенно слаще и насыщеннее обычных на вкус. Ну и выглядят, конечно, красивее. Если они уже мне понравились, не самому большому любителю апельсинов, то для их фанатов они точно зайдут. Пряный чай с морсом отлично их дополняет и получается хороший полезный перекус.